Четыре новые школы заработают в этом году в Новолакском районе. Каждый объект уже осмотрел председатель правительства Абдусамат Гамидов. Первый пункт посещения – село Новочуртах. Строительство образовательного учреждения здесь в самом разгаре. Еще две школы в селе Гамиях. Одну из них уже построили, остались только отделочные работы. Почти полностью готовую школу осмотрели в селе Новолакское. Гамидову показали кабинеты, спортивные и актовые залы. Премьер сделал несколько замечаний подрядчикам. Людей надо переселить, людям надо создать условия. От того, что строим дома, не создаем инфраструктуру, нет школ, нет условий. А что поле людей просто переселить и бросить людей? Так нельзя же, это же наши люди. Поэтому, если люди переехали, они должны, дети, учиться в школе. А что, отсюда с Махачкова уже не будешь детей возить? Это невозможно. Поэтому пристальное внимание, чтобы эти школы были сданы, и дети могли нормально учиться, нормально, в хороших современных школах.